Доброе утро, всем доброе утро. Бонжур, хелло. Какие еще есть? Доброе утро. На каком языке можно сказать? Луис Барри. Луис Барри на армянском, Бутертов, это понятно. А, ну, доброго ранку, друзья. Доброго ранку, друзья. Низкий уровень подключения к сети. Что ж это за низкий уровень подключения к сети? Так, хорошо. Будем надеяться, что сейчас повыше. Влад Косов. Джорнивня, Светлана Карачева, Яков Шатадин, Шалом, Залман. Так, отлично. Все, Алек Чудиевич. И мы продолжаем. Значит, у нас сегодня 29 глава, 7 отрывок. 7 отрывок звучит так. Юдея цадик дин далим, рашалу явин даат. Значит, переводится седьмой отрывок следующим образом. Значит, Йодея знает цадик. Цадик – это праведник, тот, кто всегда выполняет по заповедям. То есть, когда есть противоречие у него между тем, как он хочет и как говорит Тора, цадик всегда делает то, что говорит Тора, то, что говорит Бог. То есть, он, ему не важно, как он думает, ему не важно, что он хочет, ему важно вот правильно, и он все время побеждает свое злое начало. Это цадик. И вот знает цадик дин далим. Знает цадик дин — это суд. Далим — это от слова обездоленный. Ну, то есть не от слова обездоленный, наоборот, слово обездоленный от слова даль. Значит, понятно, да? Есть на иврите они, например, бедные. Есть раш, вообще бедные. Есть дали, обездоленный. Это даль. Это тот, у которого было и не стало. Понятно, да? И вот, значит, знает цадик дин далим, знает цадик, когда судятся обездоленные, то они судятся как бы, ну, судятся там, ну, у них есть какие-то там споры и так далее. И цадик знает точно, кто из них прав, кто не прав. Раша это наоборот, злодей, который делает вот есть добро и зло, это на самотек вопросы добра и зла. Потому что если мы пустим на самотек, то ну, каждый будет жить в своей системе координат. Поэтому что такое добро, что такое зло? Да? То есть для кого-то добро это, например, значит, для кого-то добро это у всех все воровать. А чего? Вот это люди добрые, это арестанты друг друга называют, люди добрые, да? То есть люди добрые. Почему? Потому что мы знаем уже, что каждый человек прям в своих глазах. То есть каждый человек в своих глазах прям. А вот поэтому мы считаем, что добро и зло – это прерогатива Бога, Создателя мира. Он сказал, это добро, это зло. То есть есть божественная система координат. Цадик – это тот, который по ней живет. Злодей – это который по ней не живет. Понимает дат вообще познания. Что имеется в виду? Значит, если у меня сбита основная система координат, то все, что дальше я воспринимаю, строю, создаю, оно сбито. То есть, если у меня неправильные аксиомы, брухато адыно, элен махлом, шакуне мидо. Понятно, да, идея? Значит, написано, что когда человек грешит, в Талмуде написано, да? Человек грешит только, если в него вселился дух глупости. Получается так, но опять же мы знаем по всей Мишле, по всей книге притчи, есть очень четкое деление между двумя типами грешников. Первый тип грешников — это тот, который называется ксиль. Ксиль — это тот, который знает, что такое хорошо, что такое плохо, что такое добро, что такое зло, где заповеди, где не заповеди, но не может справиться со своим вожделением, и ему хочется поступать так, как ему хочется, а не так, как велит Тора. Но он при этом Тору не отрицает, а он понимает, что не могу я. Но ксиль очень часто стремится к... И он как бы очень с радостью воспринимает вторую точку зрения. А какая вторая точка зрения? Это грешник, который называется Эвиль. Эвиль — это от слова улай. Один, может быть, стептик. Грешник-стептик. Теперь грешник-стептик, он совершенно в другой живой системе координат. Он говорит, а я не знаю вообще, это правда или нет. Вообще там, мне кажется, кто-то придумал. А вот Пушкин писал, и давай про Пушкина гнать. Ему говорят, что ты про Пушкина гонишь? Он говорит, а что нет? А почему бы и нет?
говорит скептик. Ему говорят, смотри, а вот и ему приводят какие-то примеры, а он на любой пример может задать 25 вопросов, и в итоге скептик, он как бы может разрушить любую систему, любую схему, но у него при этом нет никакой схемы. Это второй тип грешника. Так вот, ксиль, когда ему же все равно, он в душе это чувствует, что есть правда, есть Бог, есть заповеди, все. Но он все время думает, а вдруг этот Эвиль, он прав. Я помню, у меня был период, вот, когда я стал религиозным, то есть я Хазар Тибетшува полностью так, да, полностью я, значит, Хазар Тибетшува, стал такой прямо все раввин с такой бородой, учил день и ночь, только Тора, все, я понимаю, что надо быть только в этой операционной системе. Потом я начал ездить там в Америку, туда-сюда, начал ездить, вижу разных людей, вижу там люди, которые становятся религиозными, ты как бы сам их приближаешь, можно сказать, к Торе, да? Но они вот эти вот религиозные, я помню, я как бы какое-то время я был советник, помогал Александр Борисович Фельдман, это ну харьковский такой мультимиллионер, Барабашова, такой человек хороший, добрый, все. И он начал соблюдать, когда он начал соблюдать заповеди, он начал в кипе, он первый был еврей, который в кипе ходил в Верховную Раду. Он прям сразу одел кипу, все. И он очень, а он так человек яркий такой, да, он очень любил остановиться где-нибудь посередине там аэропорта, посередине холла и начать молиться. То есть, вот именно это у него был самый такой прикол, что ему вот все равно, там холл, например, этот самый, ну там, Хилтон гостиница, и он именно посередине станет, возьмет сидур и молится. Они, то есть... Он начал чуть-чуть соблюдать, но он так очень ярко это делал, соблюдение. Я думаю, какой человек хороший, да? И, в общем-то, так он, ну вот... Но при этом он же ну, продолжал делать очень много вещей, которые не делают религиозные люди, или, скажем, религиозные люди не делают, или делают... Ну, в общем, понятно, да? То есть он частично взял какие-то элементы, там, типа молиться иногда в посередине холла или в аэропорту, но продолжал при этом многие вещи делать, как делал до этого. Я думаю, так, значит, как же, а он реально в сердце, он понял, что есть Бог, он стал верующий, все. Но он все время вот искал какую-то идеологию, которая бы ему позволила бы и в Бога верить, и там не все соблюдать. И он все время как бы искал, а может есть еще какие-то варианты, как на это все можно посмотреть. Это как раз очень часто... Ксиль – это тот, кто грешник по вожделению, который не может преодолеть свои желания, он использует идеологию вот этого скептика. Но хотя в душе, по-настоящему, он в это не верит. Теперь, значит, так что, значит, сейчас, секундочку, знает цадик Диндалим. Цадик, он, который живет по Торе, у него все время ясный разум. И он видит, где добро, где зло, и он может поэтому и в других людях четко определить, где кто что делает. Злодей, тот, который грешит, неважно, он грешит по вожделению или он грешит по скептицизму, он лоявиндат, он не понимает, еще раз, лоявиндат, он не может адекватно разбирать ситуацию на части и собирать ее обратно. Вот это качество бина, это причинно-следственные связи. Но если у него нарушены основные аксиомы, то что бы он ни складывал какую картинку, а все равно получается, что не то. То есть, как бы он ее не подстраивал, как бы он не это самое, как получается все равно не то. Понятно, да, идея? Это у нас был 7-й отрывок. 8-й отрывок. Аншей лацон яфиху кирья. Значит, люди-насмешники, они возмущают город. Вехахамим яшиву ав. А мудрецы, они яшиву ав успокоят гнев. Значит, как мы знаем, что есть просто люди. Просто люди, это их там в мире 99% просто людей, которые не создают идеологии, они не являются лидерами, они просто живут, исходя из того, что им объяснила семья вначале, потом школа, потом институт, потом общество, то есть потом СМИ как бы поддерживают у них вот это коллективное коллективный гипноз, во что надо верить. И их 99% людей. Наверх все время вылазят какие-то люди, которые называются власть. То есть они борются за власть. Вначале они борются за деньги, потом они борются за власть. Иногда они сразу борются за власть. Есть люди, которым деньги не нужны, а им сразу нужна власть. И так далее. Вот они залазят все время на вершины этих пирамидок. И они потом рулят через СМИ, рулят общественным сознанием.
Теперь, если на вершину залазит Лацон, это насмешник, но именно так как здесь религиозная книга, переводят как насмешник кощунствующий, да, то есть такое слово используют, который насмехается над религией и так далее. Он возмущает Тирия, Тирия это город. Значит, что имеется в виду? Тот, кто говорят, что каждый народ достоин своего правительства, и тот, который сидит наверху, в принципе, это отражение сейчас народа. Вот сейчас очень интересная ситуация, перед выборами тут как бы, да, очень все на эту тему обсуждают, вот выборы, вот там Зеленский или Порошенко, значит, кто? То есть Владимир Зеленский, я бы честно скажу, если бы я голосовал, я не голосую, но если бы я голосовал, то мне все-таки интереснее, ну Порошенко уже себя показал, то есть 5 лет он уже порулил, и как бы перспектив нет никаких, то есть да, самая отсталая экономика, нету денег, ну то есть отговорки на войну, понятное дело, что война сжирает все ресурсы, но это как бы, ну чистые отговорки, да, что она сжирает, какие она ресурсы сжирает, она ничего не сжирает. Зеленский непонятно, но у него есть хотя бы будет весело, я могу так сказать, что я думаю, что да, что выбор страны, ну, что значит профессионал? Профессионалы за 5 лет зарплата, средняя зарплата в стране $150 в месяц, при в ресурсах, а рядом Польша там $1500 в месяц. Ну, какие профессионалы? Это таких профессионалов, их, ну, вообще, зачем нужны такие профессионалы? Но Зеленский непонятно, но факт в том, что здесь написано, что когда люди на вершину залазят вот эти вот насмешники, то это возмущает город. Возмущает, то есть это влияет на весь город, начинает город качаться. Когда наверху сидят хахами, мудрецы Торы, да, мудрецы, которые все делают по божественному там провидению и так далее, значит тогда успокаивается гнев. Гнев чей успокаивается? Гнев Бога. Тут еще надо понимать, что на каждую страну есть гнев Бога, за который, откуда он берется. Мы это знаем из Торы, с дома Амора. Был такой человек, звали его Авраам. Авраам, праотец Авраам. Он, значит, приходил, вот он приходит в Египет и говорит, здесь нету страха перед Богом, да, поэтому там, здесь надо людей опасаться. И, значит, он опасается там людей и все такое. Теперь дальше он приходит в там, где жили филистимляне, да, Элимелех. Он говорит, тоже здесь нет страха перед Богом, здесь тоже надо опасаться, да, людей. А Лот его племянник, он сказал, что говорит, а мне все равно, как живут люди, да. Вот с дома Амора я иду туда, там богатство, да, люди плохие, да, беззаконие, да. Они там, например, ну там, не соблюдают никакие заповеди, главное, они такие еще, ну, жестокость там и так далее. Он говорит, ну, в принципе, богатство есть, все есть, я как-то там разберусь. В итоге гибнет Лот не гибнет, а гибнет все то место, в котором он жил, потому что, в конце концов, пришла раздача за все грехи. То есть, очень важно понимать, что те люди, которые сидят наверху, именно они управляют народом. То есть, не народ управляет ими, это сейчас выборы и то, как бы, ну, вроде бы есть возможность выбирать, но, опять же, для того, чтобы даже участвовать в выборах, тратятся там сотни-сотни миллионов долларов для того, чтобы повлиять на народ, рассказать и так далее, да? Теперь, в общем, от того, кто будет наверху, зависит жизнь народа, все. Бывает, что люди внизу хорошие, да, то есть они как, что значит хорошие? Они просто люди. А наверху залазит какой-то негодяй, всем раздача, залазит хороший человек, всем хорошо, залазит очень плохой человек, война, там гибнут миллионы, залазит средний человек, все никак, залазит Трамп, он там и так далее. То есть мы все зависим от того, кто сейчас залез наверх. Все. Значит, это был 8-й отрывок. 9-й отрывок. Значит, Иш-Хахам написано «Нишпат эт Иш-Эвиль». Человек хахам, мудрец, он судится с человеком Эвиле, так как мы знаем, грешник-скептик. Вот, например, начинается конфликт, Саша, он начинает конфликтовать с какими-то дураками, грешниками и, значит, скептиками. И он им пытается объяснить, что я все делаю правильно, и, значит, они не ведутся. Вот, я секунду, не дочитал, отрывок 9. Иш хахам, нишпатет, иш Эвиль.
Человек хахам, мудрец, судится с человеком, с грешником, скептиком. Верагас, весахак, венахат. Он и на него гневался, и смеялся по-доброму. Нету успокоения. То есть, когда ты споришь с грешником, скептиком, у которого на любой твой довод есть скептическое опровержение, то хоть ты его уговаривай, хоть ты на него кричи, хоть ты его что-то с ним делай, нет успокоения. Он не, как бы, он, то есть человек, который скептик, да, у него нет логики, он все опровергает. Понятно, да? Теперь, поэтому он и грешник, и у Бога тоже с ним нет шансов. То есть, если, там мы до этого учили несколько отрывков на эту тему, когда человек верующий, да, он, это даже если он грешник силь, когда идет неприятность, он понимает, это мне раздача за то-то, то-то, и это он начинает отслеживать причинно-следственную связь. Он верит в логику, он верит в наказание, он верит в награду, он верит в систему, да. И он понимает, что есть божественная система, мне плохо, значит, я где-то согрешил, и, ну, то есть, поэтому есть шанс, большой, огромный шанс есть на исправление такого человека. Если он скептик, то тогда что? Ему идет раздача, он говорит, а, фигня, это все, это не мне, это он сам дурак. Ему по-хорошему начинают объяснять про Бога, смотри, там все, он ха-ха, смеется, говорит, вот вы гоните, да. То есть, все, никак к нему не подойдешь, ни смехом, ни добром, ни логикой, ничем. То есть, если у него сбита система координат, в которой все четенько должно быть, да, то есть человек, у него есть, им управляют его убеждения, то, во что человек верит, это им управляет. Дальше, есть Бог, который создал систему, есть добро, есть зло, есть правила и так далее. Если тебе плохо, значит, что, где-то ты нарушил правила. Логично? Логично. И тогда, если есть вот эта логика прослеживается, тогда очень легко все исправлять, рулить и так далее. Если, опять же, если логики нету, тогда верагас, весахак, венахат. То есть и ты можешь на него и злиться, и радоваться, ну, по-хорошему, по-плохому, нет успокоения. Значит, десятый отрывок. Десятый отрывок такой. Аншей дамим и сну там. Значит, люди крови, то есть злодеи, которые даже готовы убивать, то есть это уже система злодейства, которая уже как бы, ну, серьезная такая ступень, да, когда человек может убивать других людей, они ненавидят наивных. Наивных, значит, ну, простых людей, наивных они их ненавидят. Ваишарим и вакшу навшо. А люди прямые ищут их, наивных. То есть те их ненавидят, те их ищут. Значит, есть такая у аферистов разных, таких вот, ну, людей нехороших, да, у них есть такая поговорка «без лохая жизнь плоха». То есть они как бы «без лохая жизнь плоха», они ищут вот этих наивных людей, чтобы его обмануть. Теперь люди, которые служат Богу, как Авраам Авину, например, да, он искал вот этих вот души, да, которые они исправили в Харане, они ищут тех же наивных людей, для того, чтобы наивному человеку, ему какую-то систему дашь координат, он по такой двигается. То есть наивных людей большинство, и им вот именно какую ты расскажешь историю, вот почему выборы непредсказуемые, и раньше, например, простым людям, ну, были какие-то странные времена, когда простым людям не давали голосовать. Не давали голосовать. То есть голосовали только люди, которые реально ответственные, которые, ну, понимают, что почем. Потому что наивный вот этот человек, ему что покажи, все, он как бы, они управляемы. То есть их, вот эти вот политтехнологи, они их просчитывают вот так вот, как дважды два, вот так вот, да, оп, и они ему, тут пачку гречки, тут показать картинку про противоположного кандидата, что он что-то не то делает, и они вообще не будут разбираться. У них они читают газеты, где написано, что женщина родила ребенка с тремя головами, и они читают все вот эти, бульварная пресса, все верят, все читают, то есть наивные, да. Теперь аншей дамим, люди злые, они их ненавидят, и они ими пользуются. То есть это как бы, ну, они для них второй сорт, да, то есть если человек злодей, у него голова работает, то они к этим, ну, простым людям относятся как к второму сорту. Маркетологи, вот эти вот все. Они просто конкретно, я помню, мне очень, мне запомнилась вот эта вот редактор журнала Vogue, которая, ну, которая Vogue, самый дорогой журнал для женщин, вот это самое, ну, то есть...
как бы женщина, которая прямо от этого Бога с ума сходит там вообще. И она мне рассказывала, говорит, наша задача сделать так, чтобы этих дур слюни потекли. Вот она должна увидеть эту вещь, у нее должны слюни потечь. Вот я должна так все ей показать, что все, она на это прям не могу. Потом она говорит, она все сделает, она почку продаст, она мужу мозги выпотрошит, она будет работать день и ночь, спать с кем попало, все что угодно она сделает, лишь бы получить эту вещь. Потом она с этой вещью выходит из магазина, вот с этим пакетом. С этим пакетом она ходит сколько можно, только пронести этот пакет, чтобы все увидели. Сейчас еще обязательно эта фотография в Инстаграм с этими пакетами. То есть без этого пакета вообще нет Инстаграма. Все. Потом она эту вещь, значит, одевает один раз. Потом на нее смотрят ее подруги вот так. Все. Она эту вещь вешает в шкаф, где уже висит 100 таких вещей. И открывает новый журнал Vogue, и новая задача, чтобы у нее потекли опять слюни. Причем они уже так изгаляются, чтобы, уже непонятно, какие новые комбинации сделать этих тряпочек цветных, да, потому что уже все комбинации перепробовали, уже сказать, что это красиво, нельзя, уже эти води там, 200 журналов, они каждый год все равно, как-то возвращаются. И они уже там, знаете, как есть анекдот, когда два олигарха встретились, и один другому говорит... надо Путину какой-то подарок на день рождения дать, говорит, что купим? Он говорит, смотри, вот открывает журнал Vogue, смотри, вот давай лично закажем Жан-Поль Готье, смотри, рубашка, тут перья страуса, тут стразы красные, тут стразы зеленые, тут висят, значит, хвост черепашки, тут, значит, и вручную все расшито этими самыми, чем расшито вручную, жемчужинками, да, расшито вообще, Жан-Поль Готье, новая тема. А тут еще эти самые, везде страусиные перья такие натыканы, знаешь, новая модель. Тот ему говорит, а не так, он ему вначале, один первый говорит, давай ему зажигалку подарим на день рождения. А тот говорит, нет, давай рубашку Жан-Поля Готье, я писал эту рубашку. А тот говорит, ты знаешь, говорит, не надо, говорит, Путин не курит, поэтому мы ему зажигалку не дарим. И ты не кури больше. Ты тоже не кури, значит. Он не курит, и ты не кури, знаешь. Потому что такую рубашку может купить только или тот, кто курит, или девушка, которая вышеописанная, да. Так вот, значит, давайте, потерял отрывочек от... Да. Значит, еще раз, люди, вот эти вот крови, да, которые, они ненавидят наивных, а прямые люди этих наивных ищут, чтобы им объяснить, что почем. То есть, как раз мы приближаемся к празднику Песах, и там есть как раз вот эти вот четыре сына, для которых читается Агада. Есть сын умный, хахам, вот мы все, те, кто сейчас слушает урок Торы, мы относимся к категории сын умный, да, хахам, это умный сын, которому интересно, как оно работает, и он сам тянется к этому, ему интересно. То есть он в Агаде, он спрашивает, как устроена эта ваша работа, божественное служение. Второй сын, там написано, какой там второй сын? Сын злодей. Он говорит, кстати, задает тот же вопрос, что за фигня это у вас, вот эта ваша работа, да? Что это вообще вы делаете, бред какой-то, да? Это злодей. Третий там сын, это там, как раз вот этот наивный. Наивные тоже задают тот же самый вопрос. А, наивные задают вопрос, что это у вас за работа? Он как хахам. Но он ничего не понимает. Хахам, он понимает, но он не понимает, как делать. Ему интересны детали. Наивный, он просто ничего не понимает. Он говорит, а что это у вас тут? Вот просто, что? Вот это главный вопрос, знаешь, что? Что тут вы делаете? Что вы собрались, да? Значит, это наивный. Когда наивный попадает к человеку прямому, у него есть шанс полностью понять, как работает. И четвертая категория, это тот, кто не умеет спрашивать. Тот, у кого вообще нет вопроса. Это даже не наивно, это просто есть люди, у которых нет вопросов. Все, у них нет, они не интересуются, они ничем не интересуются, они просто, это как бы вообще люди, которые не интересуются, да. Хорошо, вот мы сегодня изучили, и если вы наивный или тот, кто не умеет спрашивать, то за вами охотятся две категории людей. Первые люди – это хахамим, прямые, которые хотят вас привести к Богу. Вторая категория людей – это злодеи, которые этих наивных ищут, чтобы хлопнуть и развести на деньги. Все. Вот, значит, вот такая вот жизнь. Мы живем в мире, где нужно понять вообще, к какой категории ты относишься. И, значит, и выбрать затем идти. Потому что мы, в принципе, я выбрал для себя вот идти за царем Соломоном. То есть мне из всех возможных кандидатов в президенты, мне ближе всех царь Соломон. Мудрейший из людей, который уже 3000 лет во всем мире, умные люди –
которые хотят постичь, как работает мир, изучают его книги. Проверено временем. 3000 лет назад была эта книга написана. То есть я за ним иду, и мне интересно, как он думает. Дальше я изучаю книги, тоже других умных людей тоже изучаю. Например, если возьмем нерелигиозных, там, Рэй Далио, Ицхак Адизес, да? Хотя Ицхак Адизес религиозный. И так далее. То есть можно изучать какие-то книги профессиональные, умных людей. Но как бы можно ничего не изучать и идти за средствами массовой информации. Все, друзья. Удачи, успехов. Сделайте выводы. Давайте сделаем выводы. Для меня лично сегодня какие выводы? Что... Ну, вывод простой. То есть лучше быть цадиком или идти за цадиком и не вестись на информацию от злодеев, от ксилий, от Эвелим, и, значит, не вестись на их лживые обещания в средствах массовой информации. Все. Удачи, всем благословений. И Тору надо изучать, реально изучать, заучивать, объяснять. То есть для того, чтобы перевести какую-то информацию на свой жесткий диск, с ней надо работать. То есть невозможно просто послушать, и все. Значит, невозможно, чтобы просто послушать, и все. То есть это только... Это называется «понял». Но для того, чтобы дальше взять и посадить ее к себе на жесткий диск, значит, нужно с ней поработать, с информацией, обдумать, повторить. Все, друзья, удачи, успехов. И, значит, вот мы доучим Аля Бекбулатова, мы посмотрим. Пока по Мишле не видно, что кто-то развратил сердце Соломона, когда написано о нем так в Танахе в конце, что он пошел за своими женами, которые служили идолам, то возможно, что имеется в виду, он, ну, на его уровне, даже просто он сказал этим женам, эх, блин, вообще. И, ну, то есть на его уровне, что он их не остановил. Возможно, что это было, что он повелся. На его уровне это было повелся. Надо было их остановить. Но я не верю, что он сам служил идолам. Он точно не служил идолам, иначе он не был бы святой, и не был бы он для нас авторитетом, для мира Торы. Поэтому... Это на его уровне написано «Развратило сердце». Книгу можно, смотрите, это вот я сейчас, когда мы уроки доведем, будут комментарии. Вы можете почитать мои комментарии к главам. То есть, если мы читаем просто текст, перевод, непонятно, что имеется в виду. Все, удачи, успехов, хорошего дня. Напишите обязательно свои выводы, поставьте лайк, поделитесь с друзьями, напишите комментарии. В общем, нужно работать с этой информацией, работать. Все, удачи, успехов, пока.